Оппозиция против премьер-министра. Митинги в Армении не прекращаются. После акции у здания парламента противники Никола Пашиняна устроили шествие по центральной улице Еревана. Тысячи людей шли по проезжей части проспекта в сопровождении полиции и скандировали лозунги. Митинг возглавлял лидер оппозиционного объединения «Движение за спасение Родины» Вазген Манукян, которому инкриминируют публичные призывы к свержению конституционного строя. Политический кризис в Армении начался после поражения во время военных действий в Нагорном Карабахе и перешел в фазу обострения 25 февраля. Тогда военные этой страны заявили о необходимости отставки Пашиняна и его правительства.